Фарбалко. Нас ведь с вами оценивают по результатам нашей работы. В данном случае, что и бюджет, и наши доходы, это отдельные вещи. Люди оценивают нас по нашим профессиональным качествам. До конца года вы сможете действительно поменять... Законодательством предусмотрена определенная процедура проведения кадастровой оценки. Она должна занимать ровно год. Она не может занимать больше года, она не может занимать меньше года. Если принято решение о проведении кадастровой оценки на 1 января 2018 года, в течение всего 2018 года она проводится, до 1 декабря 2018 года она должна быть утверждена, соответственно. Предыдущая кадастровая оценка делалась по старому закону об оценочной деятельности, который, к сожалению, предусматривал, что оценку делают не органы власти, да, не государственное учреждение, а частное лицо, которому мы, по сути дела, заказывали эти работы и обязаны были их утвердить по представлению этих данных. Теперь механизм принципиально изменился. Теперь кадастровую оценку делает государственное учреждение, которое в настоящий момент запросило у всех муниципальных образований схемы территориального планирования, запросила у Росреестра оценочные данные о стоимости земельных участков в соответствии с теми сделками, которые реально имели место на рынке на протяжении 2016 и 2017 года. И таким образом, по результатам новой кадастровой оценки, их стоимость должна быть максимально приближена к рыночной, и вот этих отклонений быть не должно.